Всем привет, уважаемые дамы и господа, и добро пожаловать снова в The Killing Antidote. Вы меня просили снова показать эту девочку. Мне писали не только в комментариях, мне писали, что давай и сиськи правят миром. В общем, ребятам понравилось. И я думаю, ну ладно, давай-ка еще раз я зайду хотя бы в лобя и посмотрю, что тут происходит. И что я вижу? У нас сохранилась как бы эта демка, как правило, обычно в демках ты начинаешь сначала, а тут я смотрю, волосы у меня подкрашены. Очки, которые мы нашли с тобой в прошлой каточке. Видишь? Все как будто бы сохранилось. Поэтому я думаю, ну-ка я нажму сюда. Перейдем в офис. И посмотрим, в офисе что-либо изменилось у меня или нет. Булочки, как обычно, у нас все трясутся. Все как мы любим. И тут мы с тобой что видим? Да, мы в очках, но я не вижу пушки. У меня же было там уже все красиво, все хорошо. У меня было все красиво, все хорошо, а по итогу у меня нет ничего красивого и ничего хорошего, да? Это я могу все поперекладывать. А, кстати, а что тут? Тут также ничего не осталось, получается, да? Хотя, подожди, вот эти ботинки я с тобой нашел в прошлой катке. Угу. Обувь перешла. Очки перешли. А вот оружие... Я не взял с собой, к сожалению, почему-то. Ну, пойдем посмотрим. Мы пойдем посмотрим. Давай еще раз зайдем и посмотрим, что нас там ждет. Итак, я загрузился. И я, по-моему, снова с самого начала. Я снова, черт побери, с самого начала. И снова чин-чин-чин мне говорит о том, что надо тут вот этим всем заниматься. Хотя у меня прямо со старта и топор, и нож. Подожди. И у меня есть одна аптечка. И я снова с кучей одежи вот этой всей. Подожди, у меня что-то есть с собой. Я не совсем голопопая какая-то, посмотри. Интересно. Ну ладно, давай попробуем еще разок. Раз уж я зашел. Раз уж я уже тут, то поэтому ладно. Пойдем посмотрим. Эти ребятки у нас встанут. Я правда не помню, как... Тут ног нет. А где ты ноги возьми? Ты где взял ноги? У тебя не было ног. Обманщик. У тебя не было ног. Чё ты врёшь? Смотри на него. Врунишка какой. Так, тут есть еще кто-нибудь? Больше никого. Сегодня я уже более уверенный, потому что мы тут с тобой уже лазили. Поэтому я думаю, мы быстро с тобой с этим всем делом разберемся. И, кстати, у меня же есть фонарик. Вот точно. Вроде бы поиграл один раз, но есть какие-то воспоминания есть. Так, вот туда, я помню, можно будет перебраться. Но мы с тобой сейчас тут пройдем. Открываем. Нет, не открываем. Эту дверь, по-моему, они потом сломают. Но это будет потом. Мне самое главное набрать побольше гранат. Ой, вас тут двое сразу, да? Так, ножик. А где мой нож? Ребята, в ком из вас мой нож? Быстро признавайтесь, мне надо его забрать. Слушай, я не пойму, куда он дел мой нож. Но один из них куда-то его приватизировал. Ладно, это заберу. Так, может попробовать в этот раз до конца уже дойти прям. До финиша, так сказать. Как же она орёт на них, прям не могу. 56-78, быстренько вводим код с тобой. 56-78, отлично. О, точно, точно, тут же пистоль сейчас у нас уже сразу же и появится. Так. Да, откройся, возьми. Все, пошли отсюда. А, вот он нож. На тебе, прям в бубен заряжу его. Готов. Ты ножик-то верни. Не твое. Ножичек наш. Ой,
просто Жесткие удары тут еще есть на правую кнопку мыши, кто не знал. Ну, типа, я тоже не знал. Так, пистоль. Мне тут как раз двери открыли. Ай, щекельбе, как же прекрасно, я нашла сразу же то, что мне нужно. Второй нож. Я в прошлый раз недоумевал, думал, зачем мне так много ножей? Так вот же для чего, их же можно тупо кидать. Один, второй, пятый, десятый, понакидал, и все хорошо. Так, погоди, вот эту же дверь тоже вскрыли, да? Пойдем посмотрим, что здесь. Тут никого. А вот, собственно, и граната, которая мне потом пригодится, я так полагаю, если я буду использовать ее, как и в прошлый же раз. Да, Чинь-Чинь, я иду. Можно сразу отправиться назад. А мы... Подожди, так мы, собственно, назад и идем. Сразу же, правильно? Теперь мы пойдем либо туда перепрыгнем, либо у нас вот... Чинь-Чинь-Чинь, еще тут дверь есть. Я могу туда пройти, а могу вот сюда пройти. Кстати, ничего себе, с него потрошки высыпались. Отлично, мне это нравится. Хотя можно... Этот ключ оставить на потом. Давай оставим на потом. Пойдем там, допройдем. Все, что нужно. Вот сюда я имею в виду. Так. Да, вот это место я хочу посмотреть. Или подожди. А, вот. Это самый-самый старт. И в самом-самом старте есть у нас еще одна такая дверь. Опа, какие-то кубики. Ля. Этого мы, кстати, в прошлый раз с тобой не делали, поэтому я думаю, это будет интересно. Ты издеваешься, что ли? О, рюкзак! Ничего себе! Вот это да. Сейв гейм? На кровати можно сейву делать. Это у нас... ампицилин 500 миллиграмм. И там, по-моему, еще обувь есть. Да ты чё, ты посмотри, какая красотка. Ну-ка, фонарик выруби. Вот это контент еще подъехал. Так, а что мне делать-то теперь с этим? Я что-то не пойму. Сколько раз мне кидать эти кубики? Может быть, просто набрать надо? 3-3? 3-3. Нет. По-моему, что-то не так я делаю. Почему не пикнул? Это что было? 5-5-5-1. Нет? Странно как-то оно... А, 5-5-2. 5-5-5-2. Нет. Это что? Они уже тупить начинают. Не, что-то тут не так, ребята. Что-то пошло не по плану. Давай тогда пойдем пока в ту сторону. Там все это дело допройдем. Потом разберемся. Кровать, оказывается, сейвы есть тут, представляешь? Ничего себе, вот это прям да. И очень приятные звуки. Я о том, что проработанные. То есть не тупо мы бегаем в любой обуви с одинаковыми звуками. Как у нас есть любимые игры, в которых машины звучат все одинаково, оружие стреляет все одинаково, все везде одинаково, как стадо какое-то вообще, ну, дезморалит маленько, выбивает из колеи. Кайфа. А тут прям вот
на каблучках, прям слышно, как она цокает. Так, погоди, куда нам там надо было? Вот тут, да, по-моему, дверь у нас. Да, вот эта дверь. И тут сейчас будет куча всяких ребятушек. Здорово, вон я помню, у вас тут целая толпа, смотри. Но они сейчас еще придут. О, черт! Ах ты дерьмо, ты что, охренел что ли совсем? Но он меня не поранил. Хпулечки все на месте. Все, пощелкали. Я правда не знаю, эти будут еще пытаться вставать или нет, но мы сейчас с тобой посмотрим. Вроде бы тихо. Успокоились? Вот тут, по-моему, тоже что-то было. Да, аптечка. Отлично. Слушай, я не ожидал, что зайду еще раз и прям вот что-то новенькое уже увижу. Я, по-моему, в прошлый раз просто не пошел в эту сторону. Знал, наверное, знал, что будет еще контент и надо будет еще записать и еще показать. И еще раз я промазываю тут. Как и в прошлый раз. С первого раза не перепрыгиваю. Неужели это и правда зависит от того, что у меня оружие в руках? Давай еще раз проверим. Не, нормально, можно допрыгнуть. Правда, она как будто бы действительно с пушкой чуть-чуть послабее прыгает. Пушка, фонарик. Так, этого братика мы сейчас сразу вот так вот причикаем. Тут подруга, которая у нас за стенкой, помнишь, она потом плеваться начнет. Ой, хорош, в этот раз вообще получилось замечательно. Он сам мне двери сломал, смотри. Не двери в смысле, а открыл. Проход. Так. У нас запись. Граната, отлично. Так, тут закрыто. Все, получается, пока что только в один конец у нас путь. Это вот сюда. И один дядька у нас слева тут еще. Я его уже слышу. Приляж, молодой. Симпатичный. Ты че руку тянешь? Ничего я тебе не дам. Новые ботинки. Кстати, действительно, лут меняется. Таких ботинок не было. Были другие ботинки. Можно даже посмотреть. Вот сейчас у нас вот такие. Допустим. Потом вот такие вот. Так, босиком. Вот эти мне больше нравятся. А кто там только что звуки издавал? Я что-то не совсем понял. Наверное, в одном из этих ящиков все-таки действительно кто-то есть. Решетка 520. Отличненько. И забираем потрошки, ножичек. Вот так вот. Все, отлично. Что у меня на втором слоте? Нож. И у меня их тут сразу же целая куча должна быть. А, почему? Всего два ножа, я вроде бы больше собирал. Я возьму, наверное, топор. А вместо ножа пистолет. Ха, интересно. Я понял, то есть либо топор у меня, либо пистолет. Это получается как основное оружие. По-другому никак. И давай просмотрим. Вот это все. Контроль. По контролю ничего нет. Открываем дверь. Есть, дверь открыта. А еще раз.
Нет, все равно по контролю ничего у нас, к сожалению, нет. Так. Я, наверное, не буду тут рисковать прыгать. Обойдем все это дело. Потихонечку. А тут уже вот так вот спустимся. Здорово. Третий. Ха, тупо минус руки. Надо было его так и оставить, пускай гуляет. И вот в эту дверь мы тогда тоже с тобой не прошли. Там очень много всякого вкусного. Вот так вот и гранатки, все пособираем. Все, что нам может пригодиться. Тут дверь у нас закрыта, естественно. Да, дверь закрыта, пошли дальше. А ты знаешь, второй раз даже как-то вот я бы не сказал, что типа вот, поиграл, уже не так интересно. Очень даже интересно, я тебе скажу. Уже более-менее, когда что-то понимаешь, не всегда это прям совсем плохо. Тут сейчас толпа побежит. А где ползуны? Вон они. Я помню, что тут два голума было. И вот там, по-моему, еще есть сбоку. Эта карточка у нас будет потом. Под конец причем. Надо же было так промазать 500 раз. Ну, с топора. Ты представляешь, что творит? Он ползал просто. Ползал и цеплялся за ноги, делал бобо. Да, тут закрыто, я припоминаю это. Лифт у нас не работает. И тут будет обрыв, да? Мы сейчас будем спрыгивать вниз. Да, точно. Минус. Но судя по звукам, то еще кто-то есть. Не надо вот это, пожалуйста, пугать меня. Тут прыжок вниз, значит, тут, скорее всего, будет закрыто. А тут дверь у нас будет... Открыта или закрыта? Тут открыто, значит, идем сюда. Мы проверяем этот этаж, потом ниже. А, нет, тут дверь у нас открывается, получается, к вот этой мадаме. Тут мы уже были. Просто с той стороны она была закрыта. Тогда этот этаж. И он открыт. Так, хорошо. И эту сторону надо проверить. Отдай, пожалуйста. Красный кристалл. Так, это у нас... Какой-то... Ну, в прошлый раз мы находили там что-то про зомби. Мозг зомби там что-то. Что-то с ним надо делать, в общем. Это типа гранаты было, что ли? Я понял, короче, эта штуковина вырубает, походу, мозг у зомбаков. Обалдеть! Надо будет попробовать потом, если найдем еще такую.
Там как раз и написано, что что-то смешивает, смешан какой-то там зомбомозг, в общем. Эта дверь закрыта. Не нравятся мне они. Знаете, петюльку тебя отстрелю. И тут справа, слышу, сидит. Паршивец один. На всякий случай. Вроде бы с патронами у меня пока проблем никаких нет. Но тут скоро будет этот момент, когда их целая толпа будет. Вот теперь надо понять, что вот это за штуковина. А, ну это position marker. Только для чего он? Понятно, что тут все написано. Я рад, конечно, что тут все написано. Это очень прекрасно, замечательно, но... И где он? А его здесь нет. Ага. Можно забрать. Для чего это нужно? Для себя, наверное, нужно. Так, погоди, тут сейчас будет плохо все. Тут сейчас будет однозначно все плохо. Ага, это выход. Тут никого не будет. А вот тут сейчас будет. Допустим, я хочу тут поставить маркер. Это я себе помечаю. Только зачем? Все равно сдалека не видно. Хорошо. Берем эту штуковину и сейчас тут поползут отсюда, да? Так, еще следующие. Кто там ползет? Давайте, ребятки, давайте. Мы вас ждем. Первый пошел, второй пошел. Ай, хорошо. Третий пошел, мои хорошие мальчики. Бум, шакалака. Замечательно. Вы будете вставать еще, интересно, или нет в планах у вас такого? Давай-ка, наверное, мы их это... На всякий случай... Немножечко попросим больше точно не вставать. Ха, видал, что делает? Засранец. Так, мне не жалко тебе еще одну угостить. Он просто сидел вот здесь вот сверху и ждал, когда я появлюсь. Хитрец. Закрыто. Так, на горшке где-то были патроны, я правда не помню. Во втором, по-моему, да? У мужчин были патроны. Господи, что так орать-то? Да, вот они, патроны. И получается, проход у нас только вот сюда. Так, прежде чем я буду открывать, дай-ка я проверю. Гранаты я смогу, если что, переключиться так, хорошо. В принципе, аптечку тоже.
Здорово. Еще один топор. На тебе его, понял? Заберу. Не буду оставлять револьверчик. Это я помню тоже. И он у нас... Ага. Очень мало патронов, конечно, на нем. Аптечка, кот. А где был кот? Тёмки делают. Где-то был кот. А вот где был кот? А, подожди. По-моему, вот здесь вот. Reset confirm. Сейчас, по-моему, поползут. Или это не тут было? Нет, ребята, это было не тут. Это, по-моему, вот эту можно будет открыть теперь по нулям, да? Нет. Это А2 комнату можно открыть. А где код сюда? А вот он. 6090. Ай-ю-яуи! Так, это забираем. Ушки пал... Ничего себе ты по... Эй! Дай ребятам покажу. Не нервничай. Не хочет она, ребятки, ушками поворачиваться. Там, может быть, в туалете где-то есть. О, черт! Жахнуло так жахнуло. Быстрее! Они с туалетов, что ли, ползут? С унитазов, я не пойму. Чё так много? Ребята, ребята, перестаньте. Это не наш метод. Что вы делаете? Чин-чин-чау! Мы тебя всех зачинчакаем сейчас! Фух. Еще даже есть. Маловато вам, что ли? Хорошо, этих мы с тобой положили. Вкусняшку нашел. Блю кристалл. Голубой кристальчик. Интересная комната открылась. Они просто тут сидели. Не двигались никуда. Ждали, когда я там их выпущу, получается. Ага. Собственно, еще и красненький кристальчик. Вот отсюда они выходили. А, это вот этот вот ящик, что ли, открылся? Да, ребята, это вот этот ящик открылся. Может быть, и тут открылось? Нет, не... Тихо. Что начинается? Давайте без вот этого. По унитазам и так все понятно. Тут у нас пока тоже все закрыто. В общем, судя по всему, все. Надо идти наверх. Ага. Еще голубой кристалл. Надо, походу, идти наверх и открывать эту... Эту мадаму выпускать. Ну, точнее, не сколько выпускать, сколько пришлепнуть ее. Хотя, подожди, я не помню, откуда там проход был. Вот туда. Вот тут, кстати, компьютеры есть. Может быть, его тоже еще раз открыть надо. Так, мадама у нас вот тут наверху. Вот, А2. Стоп, подожди, тут уже А3 пошел. А2. Мне сюда. Мне надо было по-другому пройти. Во, я уже здесь. И...
Надеюсь, тут никого больше нет. Вот тут, правда, дверь еще закрыта, смотри. Наверняка тут еще кто-нибудь поползет. Но пока тихо. А раз пока тихо, выпускаем мадаму. Возьму-ка я, наверное, револьвер. Он вроде бы поубойней будет. Она у нее извинилась, говорит, прости, пожалуйста. Отдай кристалл, он тебе не нужен. Она может пригодиться. И у нас получается, еще имеется ключ. И, кстати, эта дверь у нас уже бывала не в одном месте. Мы видели их в нескольких местах. А помнишь, где-то была кровать? Я бы туда сходил бы сейчас, наверное, в эту кровать. Да как поспал бы там, точнее, сохранился бы. Это в любом случае не открывается. А что, если я подойду сейчас к компьютеру? Там что-то сообщение какие-нибудь. Антонио написал... вот это все. И в контроле... Нет, в контроле ничего все равно не появилось, к сожалению. Никаким образом больше это все не работает. Значит, тут ловить нам больше нечего. Мне бы найти ту кровать, ту комнату с кроватью, где можно сохраниться. Было бы неплохо, конечно. И... Это мой телефон, не твой. И потом... Пойти дальше. Пошли ниже. Вот бы я еще помнил, где эта кровать на самом деле находится. Вообще было бы замечательно. Так, есть дверь. Все, мы сюда пойдем. Это пока до сих пор закрыто. Тут у нас куча унитазов. И пройти мы сюда не можем, чтобы тоже сохраниться. А здесь... Это самая комната. Черт побери. Ладно, пошли тогда дальше. Не будем задерживаться. Надеюсь, хватит у нас здоровья пройти это дело. Дурак, что ли? Блин, а что вот это такое? Я не знаю. Мне, откровенно говоря, напоминает это мину какую-то. Это мина. Черт побери, это заминировано. Это было заминировано, кстати. Нежданчик такой, да? А это у нас, короче, клешня такая, чтобы разминировать, я понял. Нам сперва показали мину, а потом объяснили... Что с этим делать можно? Хотя нет, вот же, пожалуйста. Просто надо знать нужный язык, и все будет понятно. Если наступил, шекельбек. А если вот это, то получается отлично все. А где у нас была еще одна такая дверь, не помнишь? А два мы с тобой открыли, а один... Вот, опять же, я не помню, где была такая же самая дверь. Надо поискать. Пойдем вот тут. Там, где самое начало было у нас. Возможно, где-то тут будет. А возможно и нет. А? Ага, да-да. Тут нету. Это, по-моему, я иду вообще в самое начало. Возвращаюсь.
Надо было маркер ставить там, где была возможность сохраняться. Так, вот у нас, где можно сохраниться. Мы сохранили. Вот теперь осталось разобраться еще вот с этим замком. И найти потом еще одно место, где у нас... Где у нас имеется такой же ключ? Он был, точно. Не буду я пока ее тут мучить. А? Красота просто. Не буду я мучить пока что этим кодом. Пойду поищу ту дверь. Вот, нашел. А3. Вот тут у нас имеется дверь. О, черт! Аж меня зацепило. Ничего себе, она жесткая, эта мина. Так, давай-ка тут быстренько все прочекаем. Вроде бы никого. И тут даже патронов нет никаких. Сюда что у нас? Сюда у нас есть выход снова. Да. О, подожди, нет. Что, да? Мы тут не были. Это А3. А, они теперь уже... их теперь уже больше, этих мадамов. Все понятно. Здесь у нас пароль. Так, мадама, ты меня дашь, пожалуйста? Ну, у нее челюсть, конечно, огромная. Один, один, восемь, ноль. Ха, хотели от меня пин-код спрятать? Есть. Зомбомонос... монос. Зомбомозговыносяшка. Хорошо. Так, и где это мы? А, три, это понятно. Все понятно, теперь я понял, где мы. Это место мы с тобой уже проглядывали, заглядывали сюда. Угу. Теперь можно пойти по вот этому коридорчику. Кукучеми? Так, вроде бы тут не пахнет никем. Главное не попасться на мину. Ага. Я так без ХП останусь, если буду их таким образом разминировать постоянно. Что за звук? Чья-то фотография. Нашли 6 из 20. И патроны уже на дробовик, на минуточку, ребята. Растем потихонечку. А я в прошлый раз таки не поставил снова, да, этот? Маркер! Дубль 2, так сказать. Сразу ее почикал, но с той стороны еще есть. Я сейчас обойду и с этой стороны. Попытаюсь ее вот так вот. Нифига ты напугала меня. Сразу трое. Ничего себе. А если встанут? Лучше так, наверное, пока. Не помню, какой там код был. Короче, тут с этими минами теперь полная засада. Надо очень аккуратно, они прям так аккуратненько лежат. Зомби без меня их не хотят. Ну тут никаким образом активировать. Так, погоди, а где код-то? Он тут был или не тут? Я уже потерял момент. Где он был? Так,
副作用减小了80%。 真的期待几天后体验者的检测结果。 Так, там вот эту штуку мне бы забрать, конечно. О, спасибо. Так, а что с кодом теперь получается? Код уже не в этом компьютере. Теперь код уже где-то в другом месте находится. Z-элемент. Да, именно так. Может быть, где-нибудь на фотографии спрятали? Только не говорите мне, что это код. Я вас очень прошу, пожалуйста. Пожалуйста. Только не это. Не нравятся мне эти цифры, которые там появились. Хотелось бы верить, что это все-таки не они. Так, и код. Я его нигде не вижу. Возможно, он где-то в другом каком-то компьютере. Но он, как правило, в этой же комнате находится. Ой, будь здоров, спасибо. Так. Кода, кодов больше никаких не видно. Эти вышли спокойно. Значит, тут мины нет. Да, тут мин никаких нет. Давай попробуем открыть эту дверь. Нет, эта дверь... О, господи, не открывается. Тоже не открываем. Что здесь? Надо как-то вот так вот не забывать, что есть возможность отпрыгнуть. Даже в бок могу, но... Это надо еще успеть на Ctrl нажать. И здесь тоже пароль. Возможно, мы где-нибудь взломаем, как это было в прошлый раз, и потом сможем везде прокликивать одну и ту же цифру. На А2 у нас были все 4 ноля, вот на третьем этаже пока мы ничего такого с тобой не сделали, поэтому ничего больше не имеем. Тихо, не шуми. Не шуми, надо осмотреться, надо обдумать все это дело. Чтобы нигде не пропустить. Мало ли, вдруг его где-то куда-то засунули. В другое место. Патроны на дробовик находилось в этот раз, да. Тоже нашли. Нет, сюда нам не надо. И на удивление, пароль тут даже сменился, представляешь, уже не такой, как обычно. Ну, как бы, по-моему, был один... Что-то там 1180 или 8011. Не помню, ну-ка подожди, давай-ка еще раз. Нет, да? Нет, не помню, не помню. Ладно, пошли тогда по лестнице, тут я могу ниже спуститься. Что это? Ничего не понимаю, но у меня такое ощущение, что... Я подумал сперва, что это баллон какой-то загорелся. И он готовится к взрыву. Вполне возможно. Четвертый этаж. Я хочу посмотреть по ступенькам ниже, что там происходит. Это А2. Но у нас не было доступа сюда. Ага. Вот кто горит. Сгорел бедный зомби. На работе. Тут у нас вот этот проход. Могу ли я с этой стороны открыть его? К сожалению, нет. Но тут есть еще и подвал. О, черт, смотрите, там еще и подвал. В таком случае пойдем наверх тогда. Осмотрим верхние этажи. У нас четвертый этаж есть. Который надо бы посмотреть.
И он последний. Прежде чем сваливать отсюда, давай-ка тут осмотримся. Ну, я так полагаю, через подвал... Мы сможем сбежать, нет? Мне не нравятся все эти звуки. Ох ты, ёлки-палки. Радость-то какая. А нигде никаких паролей, пин-кодов тут нет, к сожалению. Merry Christmas. Спасибо, конечно, но... Пароль бы дали, и вообще было прекрасно. И тут прохода тоже нет. Да нет, ну так хрен подберешь. А может быть внутри где-то? И внутри тоже ничего нет. Может быть, он где-то есть. Я могу не замечать. Я могу не замечать, так как сейчас... ну, на записи всегда ты более как-то невнимателен. Сложно сосредоточиться тупо на игре, когда тебе надо еще поглядывать на второй монитор, где идет запись, чтобы все шло хорошечно. Плюс еще болтать о чем-то надо. Часто... Можешь провтыкать момент. Ладно, пошел я тогда вниз. Ну блин, а вдруг тут где-то что-то есть? Я сейчас пропущу. Видишь, сколько дверей интересных тут есть? Их не открыть никак. Где-то какой-то security кабинет. Код. Ой, фу, я на кого-то наступил, по-моему. Где-то какой-то security код кабинет. Который я не... Либо не вижу. Да, ладно. Пошли вниз. А1. И Б1. Неправильно было решение, мне кажется. Надо было сперва выстрелить, чтобы сагрились другие. Прибежали бы другие и взорвались бы все вместе. Тут уже такие более жесткие зомби. Потому что вот эта мадама, она, да, она такая... Посерьезней. У меня довольно много аптечек. Я думаю, может быть слопать одну. Типа ты себя хорошо чувствуешь, говорят. А вот таблеточку. Раз. Ну хотя бы таблеточку, действительно. Хоть немножко. Так, есть возможность туда пройти и вот сюда. Тут, походу, еще ниже. Уже уход куда-то, наверное. Что-то надо найти. Она сказала. Идиот, что ли, совсем? Ты что там делал? Любовник чей-то, что ли? А, так тут куча одни мадамы были, вы видели? Тут кругом мадамы были. Так, я понял, что нужно. Вентиль нужен. А это, судя по всему, чей-то жених. Любовниковский. Все понятно. Мне нужен вентиль. И опять закрытые двери. Так. Вентиля тут никакого я не вижу. Есть баллон. Если я по нему жахну, то вряд ли что-то хорошее произойдет. Но я могу попробовать перепрыгнуть, смотри. Нет? Зомби не агрится. Писуля какая-то там.
Да, конечно. Еще и баллон, представляешь? С ума посходили, что ли, совсем? Сейчас бы рванула эта бомбочка, плюс еще баллон. И все, финита, братики. Ну вот, разминировали. И тут у нас кнопка получается. Но мне надо, скорее всего, переходить на другую пушку, потому что тут у меня по патронам вообще все как-то больно. Тут, по крайней мере, у меня много всякого имеется. И сейчас начнется бомб-шаг. Нет, не начнется. Никто не идет ко мне. А я могу с этой стороны открыть вот эту дверь? Тоже не могу, да? Получается, проход только сюда. А! Да в смысле? Прям на упреждение берет. Ты представляешь, какая жесткая мадама? Фух. Хорошо, хорошо, все в порядке, не переживай. Она просто на упреждение стреляла. Тихо. Это не взрывоопасный баллон. Все понятно. Блин, тут же мины могут быть, понимаешь? За каждым углом. Черт побери. Хоть эти засранцы тут и гуляли. Тут можно, наверное, по лестнице закарабкаться, я надеюсь, конечно. А, хотя вот, вот там можно забраться. Ну и по лестнице тоже. И туда можно пройти. Давай-ка посмотрим, что тут за этой дверью. Видишь, можно и тут залезть. Зачем-то. А можно и тут. А если там что-то есть сверху полезно, вкусное? Да вряд ли, конечно. Угу. Эй! Привет. Спасибо, чё уж там. Ты посмотри, где стоит. Видишь? Я даже пока подходить туда не хочу. О! По-моему, это безопасная территория, якобы. Смотри. Тут можно будет сохраниться. Туфельки. Аптечечка. И... новый рюкзак. Коллекция, одежда. Типа вот такой рюкзачок, либо вот такой рюкзачок. Новые туфельки у нас имеются. И давай сохранимся. Фух, сохранение есть, уже как бы легче дышится. Но я не знаю, что мне делать вот с этой бомбой на самом деле, потому что я туда... Ну если я тут ударю, то она рванет. Новый вид ключа. Пошли в эту сторону пока тогда прогуляемся. Эх, печаль, беда. Счастье было так близко. Что мы тут с тобой видим? Да ну как бы и ничего не видим. Это просто можно сюда закарабкаться, наверное, от зомбаков каких-нибудь попрятаться. Ай. А вот это плохо.
А вот это, ребятки, плохо. Получается, получается, да? Фигня получается. Мне надо открыть эту дверь. А ее, чтобы открыть... Мне надо куда-то сюда идти. А, ну так тут вот вот окешки. Тут все. Тут я в засаде получаюсь. Блин. А чем бы так жахнуть? Да ничем ты не жахнешь, пол хп минус. Засранцы. Давай это дело сейфанем на всякий случай еще раз. B1, game save. Хорошо. А тут сейчас за углом еще одно будет, да? Слава богу, хоть нету. А, вот куда я вышел. Но мне это ничего не дало. Понимаешь? Особого. Вентиль-то я не нашел пока еще. Чем провернуть эту фигню? Не? Да не, вентиль нужен. Я подстрелю тебя вон чем-нибудь, как жахну и все. Нет, нужен вентиль. Это я так проверить. О, патроны себе лежат спокойно, я их даже не заметил. А там не было случайно вентиля? У того типа... который горит там. Попробую раздолбать. Может быть, все-таки разбивается? Не, не похоже. Слишком долго. Слишком долго, значит, это не оно. Так, тут дверь. Тут никак. Знаете, что я обнаружил? Вот там, по-моему, есть вентиль. И, скорее всего, вот этот вот лаз как раз для этого тут и существует. Я так и думал, что не просто так. В смысле от зомбаков отстреливаться? Бред. А вот оно что, для чего, скорее всего... Давай-ка проверим. Нам же нужен вентиль. Где его еще взять? Он, правда, не красного цвета, не особо похоже. О, прости, матрешка. Сейчас еще раз. Не получается у меня вот там перепрыгнуть. Ей не хватает разгона, выходит. Поэтому я вот такими макарами пытаюсь туда добраться. И у меня получилось. Да, действительно, я был прав. Это все-таки этот вентиль. Причем туда же, смотри, есть какой-то знак желтый. Возможно, он имеет какое-то место быть. Ну и тут не пройти, надо обойти в таком случае. Она уже вся измызгалась, посмотри, какая грязная. За то время, пока мы тут с тобой ходим, посмотри. Так моргает все беспонтово. Ну-ка на свет давай выйдем. Вот сюда, смотри. Бедная, она вся уже у меня в ссадинах, грязная, замученная. Давай как-нибудь на свет повернемся. Не хочешь на свет повернуться? Давай вот так вот на свет повернемся. Ребятам с тобой покажемся. И пойдешь у меня вот так вот на превьюшечку. Ай, ты моя хорошая. Все, пойдешь у меня на превьюшку. Вся замызгалась. Ужас просто какой-то. Давай, наверное, еще раз тут сохранимся. Так, нам куда? Подожди, я потерялся опять. А, вот сюда. Все правильно. Вот, смотри, и здесь такой же значок. Дверь.
дверь, что ли, открылась? Звук какой-то подозрительный был с этой стороны. Но я слышал, что... Нет, выключился, получается, газ. С ума посходили там, что ли, все? Такой толпой-то. А куда они пошли? Алло. Они в обход, что ли, пошли? Шибко умный получается, да? Зайди. Ну, кляш. Чё-то гранатка плохо долетела туда. Слушай, крику было столько, я думал, там все, звездюлец сейчас мне будет. Откуда они там все появились? Товарищи. А вы где все? Вас вроде так много было. Кстати, и здесь этот значок, смотри. Так, тут, судя по всему, девушка, да? Плевалка. Не понял. Она наверх, что ли, пошла? Похоже на то. Минус. Мадама чё-то решила уйти от всех. Вот тут, да, по-моему, горело? Да, вот тут горело. Чин-чин? Чин-чин, да. Патроны. Я просто боюсь, вдруг там что-то другое будет. От них все, что хочешь, можно ожидать. Ну-ка, давай. Ничего себе тут. Меня пугает то, что они иногда появляются в том месте, где их раньше не было. Поэтому... Надо быть поаккуратней. Ты где там? Тихо. Ага, я тоже так думаю. Съем-ка я, наверное, ну, пилюльку. Так, тут вроде бы тихо. Тут слишком тихо, да так, что аж даже лута никакого нет. Еще один ножичек, а тут, наверное, сейчас будет зомби, да? Нет? Фух. Неужели? Я думал, подкинут мне сейчас тут подарочек.
Кому-то очень плохо. Так, одна дверь, вторая дверь. За этой дверью бомбы есть? Ну, вроде бы нет. Вот так вот, даже снеговичка себе прихвачу. Так, а как бы... Бомба! Ничего себе! Так, 7 из 20. Ребята, оказалось, что демка на самом деле-то и не маленькая, и черт побери. Вы это понимаете? Это только 7 из 20 я нашел. Мне еще их находить... И находить! Ну я же только... Согласен. Я только об этом говорил. Слушай, а тут может быть свет можно было включить? Ну так-то вообще-то да. Фух. Вот это они выскакивают, конечно, иногда. Прям ужас. Так. Можно вполне, знаешь, что сделать? Вернуться вот сюда. Только бы вспомнить, где именно. А, ну я помню, в принципе. Он, по-моему, там, да? Комнатушка. Наша. Наша комнатушка. Нет, это не она, алло. Дынчик. А где наша комнатушка, в которой мы можем сохраниться? Все, нашел я нашу комнатушку. Сохраняемся здесь, и все, ребята, давайте на этом уже остановимся. Фух, я что-то прямо аж это... Маленько подустал. От этих зомбаков. Мы уже больше часа тут. Я даже, наверное, толком монтировать не буду, так... отрендерю, да и все. В принципе, я тут на паузу нажимал, да и вот это. Все, ребята, всем большое спасибо за просмотр. Если вам нравится наше прохождение этой демо-версии, то не забывайте поддержать это видео лайком. И обязательно пишите комментарии, здоровайтесь и все такое. Общайтесь, потому что для меня это очень важно, видеть вашу заинтересованность. И мы тогда будем продолжать эту демочку, пока она еще доступна. Она, по-моему, до 18 числа, что ли, будет доступна. Мы успеем, я думаю, допройти ее. Спасибо, пока-пока.